Добрый день, и сегодня у нас новый пациент. Никогда мастер их не делал, мясорубка Браун, повар плюс 1300. Почему решил заснять ролик? Меня удивило качество. Смотрите, какую опцию сюда добавил Браун. Вот когда вы много перемалываете томатный сок, перемалываете, я не знаю, идет здесь в комплекте такая функция, нет, насадка, либо мяса много, и сок, вот по шнеку стекает в двигатель, вот туда, если как-то еще там наклонено чуть туда, и все сюда затекает. Ух ты, какой люфт. Интересно. Так, а здесь они применили, смотрите, внизу находится отверстие. Оп. К отверстию отвод, трубка. И все это где-то в поддон, наверное, в комплекте поддон есть. И все. Никогда электродвигатель не будет залит. То есть, очень качественно продумано. Это я согласен. Дальше. Ну, убили ее однозначно. Начнем с того, что шестерня привода облизалась вот в этом месте. Ее бомбили, выжимали с нее все. Ну, последние вздохи. Так, есть? Есть. Это шестерня под замену. Такая монолитная, тяжелая. И здесь непосредственно шестерня, которая на приводе. Вот наблюдаем тоже. Одного зуба нету. Сейчас посмотрим, есть ли такие шестерни в наличии, и будем заниматься разборкой замены шестерни. Еще интересно заметил, нету фиксации шнека. Вот так вот чик вставляем, и все. Этого достаточно. Никакой кнопочки, ничего нету. Интересно. Так, белая шестерня снимается путем снятия стопорного колечка. Конечно, что-то тут уже такое не супер посадочное место, но вроде бы держало. Так, имеет 104 зуба и есть в наличии, производитель, как неудивительно, Украина. Так, ну здесь, конечно, ей лет 15 по-любому. Все вычистить надо. Так, ну теперь займемся вот этой шестерней. Здесь раз выломано. Да, один зуб только. Или два. Ну, короче, ладно, снимаем. Так, шестерни имеем в наличии. Белая это беспроблемно поменяем, а вот эта, которая выходит на шнек, понятия не имею еще, как менять. Ну, скорее всего, вот этот платформу металлическую откручиваем. Я думаю, что потом этот вес тубус выйдет и будет доступ к шестерне. Пластина эта снята, и у нас открывается еще доступ к скрытому саморезу вот здесь слева, в нижней части. Снимаем тубус. И все верно, мастер предсказал. Оп. И вот это все у нас выходит. Сравниваем. Да, все в идеале. Все в один в один. Ну что, вот этот матч малый мы сейчас вычищаем. Здесь тоже на валу чистим смазочки и начинаем сборку. В принципе, все. Здесь ничего сложного и нет, как для нас. Если у вас это вызывает сложность, можете мясорубку отправлять нам на ремонт. Если вы с территории Украины, новой почтой отремонтируем, можем отснять контент, если вам есть желание, и отправим назад исправный аппарат. Вторая тоже установлена. Собираем корпус и тестируем. Так, мясорубочка собрана. Что интересно, Браун здесь еще придумал без фиксатора тубуса вот этого. Просто вот так вот против часовой. Вставляем его и вращается шнек против часовой. То есть постоянно вот здесь в упор фиксируется. Ну что, нажимаем. Ну так вот, все, готов аппарат. Ставим лайк. Всем удачи в ремонте.